выбрала чудесный ракурс, просто потрясающий. Это Лера у нас из Бурятии в дизайнерском платье. Она получается против солнца. Это просто фантастика вообще. А мы в Иркутске. Это баннер. Это такой почти Петербург. А это мои друзья. Это Лиззи и Фабиан. Я не уверена, что они... А, вот так будет красиво. Вот это отель «Ангара». Мы сейчас едем на Байкал. Я, наверное, не в Ресте. Ну ладно. Вы меня все равно любите. А это Таня. Морнинг? Что? Вот. Морнинг. В общем, мы поехали. Помашите рукой. Пристегиваться на задних сиденьях определенно не русская это... традиция. Оля, поэтому Оля сидит, стегнется. Сейчас я пристегнусь. Листвянка, куры, домашние животные, Байкал. Байкал, главное, после куры и домашних животных. Да, вот такие, как сказать, это свежие такие горы, молодые, между прочим, сейсмозона, если что. Кто-то еще с аквалангом? Боже, мы проехали, там было два акваланга. Это мы приехали в Даурию, здесь построили что-то новенькое. И мы идем к нашей любимой Галине. Вообще, как в фильме ужасов. Захожу, никого нет. Вообще никого. Здравствуйте, отель Даурия. Тут у нас съемка сегодня. Приехал филиал из Бурятии. И мы здесь с нашими друзьями. Это... Здравствуйте. Вот у нас мамаши с детками. Привет! Мы поехали поесть. Это наша любимая баня. Это вот такие здесь катера. И тут можно припарковаться. Мы приехали на Байкал. Это Байкал. Все люди в мире хотят увидеть это. А мы живем здесь каждый день и считаем, что это ничего особенного. Посмотрите, небо нас сегодня просто завораживает. Сагудай и солянка. Я патриот. Солянка. Салат, который символизировал, значит, пролетариев там картошки, цветла красные, это там вот коммунисты. Покажи мою фотку. Please, my photo show. Слоями населения, типа, что ну, новый мир и новый этот. И шуба расшифровывалась вообще как-то странно, там что-то шовинизм, бойко вообще. Это вообще такое, знаешь, вот вот первое, коммунистические лозунги там, если посмотреть, там прям целый лозунг. Татьяна рассказывает историю сельдь под шубой, салат, а это я. Today together in the nearby
Татьяна объясняет про веру, надежду, любовь, понимаете? А мы тут очень с трудом втроем переводили желание это возможность. Тысяча возможностей, а не желание, тысяча причин. В общем, с горем пополам. Еле-еле, но как-то перевели. Минутка антирекламы. Меня спросили, какой самый лучший торговый центр в Иркутске. Я сказала, какой самый худший. Для меня это модный квартал. Меня выбешивает розовая Эйфелева башня, которая там висит. Очень безвкусно. Это вообще кто придумал? Дизайн давно вообще пора переделать. Вообще от татушки сделать тому, кто это придумал. Это чья-то несбывшаяся мечта или что? Я взяла с собой в дорогу вот эти духи, скорее, чтобы их добить уже. Добить уже их. Короче, я не советую здесь брать солянку. Она такая полуфабрикатная. И она совсем... Всего хорошего. Она совсем, короче, не как солянка. Представляете? О! И отсюда вообще все нас замуровали демоны. У нас тут такая мини-гримерная переодевальная. Вот она. Да, тут у нас мама. Они тебе помочь? Дети, мамы. Супер. И тут у нас так. В общем, это люксовый номер в отеле Даурия. Тут немножко визажа. Это мои. Это мое. Все. Вот такая красота за окошком. Нет, у бурятии очень красивые каски, между прочим, эмоциональные. Вот у них как бы, у них там не прошарится, но вот это луналикая, и вот как бы лицо как луна. Она просто вот... Она не нитистка. А Маша, однако, уже покраснела. Это дизайнерское платье в народном стиле. Вам нравится? Очень. Тоже силуэт. Ага. А кто дизайнер, Елена? Виктория Кузнецова, которая... Покружись, покажи костюм. Которая нам делала валенки сначала для русской красы. И вот она сейчас делает такие. Супер.
Она сейчас, она показывала вчера здесь на какой-то. И Таня что-то тут тоже вся разделась.